Капа, зайди ко мне, просит Нархала, молит его давненько, видимо. Не был в гостях Капа. Ну, у Нархала какие-то проблемы со связью, что у нас есть на этот случай? Особый розыгрыш с помощью компьютера. Так, ну что, начинает Рис агрессивненько. Он все время играет со зловещим Нитакином. Поэтому должен хорошо знать. Да-да, посмотрим, чёрт, пригодится ли ему это знание сейчас в борьбе против Рикимару. Рикимар, по-моему, из Екатеринбурга. Один из чемпионов. Очень хорошо развел и забрал первый раунд. Развел и забрал. Гопота у нас. Отжал мобилку. Отжал пару фреймов. Не получил сделать бэкдэш-бросок, но получил сделать командничек. Что ровно достаточно, по-моему. Ой. Ой. Что это было сейчас? Это была рандомная какашка. Это было не просто Рикимару. Это было, да, что-то небывалое просто. Рикимару отожрал. Не то, что не... он попытался даже Асгард сделать, он попытался туда полезть. На этот раз он решил не жрать. Ой, плохая комба. Не Ой, отсутствие паниша. Паниша бросок. Перфект. Тем не менее, перфект забирает. Перфект, Райс. Кажется, кончилось его шествие по... Ну, Райс, игрок-то неплохой так, поэтому победа Рикимару на один станет весьма интересным событием, я бы так сказал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, жрется. Использовал преимущество на полную, отожрал. Да. В сложной ситуации сейчас находится Рикимару. Ой-ой-ой. И прошел рандомный протык. Ой-ой-ой-ой-ой. И да. 2-2. Какая... Райс, соберись. Как интересно. Все возможно. First to one. Вот видишь, не задрочено. Буквально пара вещей. И все. Даже сильный игрок может проиграть. Даже такой сильный игрок, CE, как Райс. Да. И это, наверное, победа. Даже. Нет, нет, он не убьет. Не убила. Ох. Ломает броню, да. И да. Да, несмотря ни на что. Могучий.